преддверии Сочинской Олимпиады увлечение зимними видами спорта все больше охватывает молодежь. В среду к воспитанникам первого детского дома города Иваново с запоздалыми новогодними подарками прибыли гости. Представители организации, некогда взявшие шество над учреждением, и глава региона. Мы решили воспользоваться той возможностью, которая у нас есть. А у нас есть несколько склонов, в том числе и есть детская юношеская спортивная школа в Плесе в Миловке. И мы ребят вывезли на каникулы ознакомиться со школой, ознакомиться с этим центром. Ребята были просто в восторге. И мы среди них проводили голосование, кто хочет учиться на горных лыжах, кто хочет учиться на сноубордах. Сноуборд, конечно, победил в большинстве своем. Все-таки это более молодежный вид спорта. Для своих подшефных финансовая группа приготовила 20 новеньких сноубордов. Каждому в комплекте крепления, ботинки и, конечно же, шлемы. А правительство региона, в свою очередь, предоставило спортивную одежду для занятий. Так что к покорению снежных склонов ребята готовы. Ожидаю, что мы скоро опять поедем кататься. Мы уже там были, катались на снегоходах в Плесе. Вот. Очень понравилось. Заниматься ребята будут в спортивной школе города Плёс. Впереди еще 2 месяца отличной погоды для катания. И, возможно, среди этих начинающих спортсменов есть будущие чемпионы зимних Олимпийских игр. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.